потому что у нас этот пушка у нас всех расстреляет. Ну смотри, вот это получается бензопила, да, стоит, которая крутится. Она и коробки, смотри, рушит. Да. Коробки она разрушает неплохо так. Да, смотри, офигеть. А где сейчас тут большой зомбарь, сейчас мы его расколотим. Подожди, где-то здесь он будет стоять. Сейчас посмотрим. Ох ты, нифига я врезался, блин, как жалко. Жалко на то, что... Ух ты, давай. О, смотри, видишь, его как месит. Офигеть. Опа, нормально. Вот что значит прокачали мы, да? Машину нашу. Бензин закончился. Ну, у меня есть еще этот самый, как его. Немножко. Ускоритель. Ой, все, ускоритель закончился, офигеть. Все, мы здесь остановились. Ехать-то еще много. Ладно, проехать, про... Давай еще прокачаем, еще... Дуда Плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, мы продолжаем играть в игру Машинки против зомби. И у нас вот такой вот монстр-машина. Монстрик такой вот огромный, который уничтожает все на своем пути. И есть у нас на нем замечательный ускоритель турбо. Оп, смотри, видишь, встряли. Так, ничего страшного, едем дальше. Разносим все в пух и в прах. В прах и в прух. Так, здесь можно немножечко ускорителя включить. И здесь будет у нас зомбарь стоять, смотри. Опа, есть. А дальше будет стоять вообще огромный зомбарь. Но он немножко дальше будет, не сейчас. Так, вот он, огромнейший зомбарь. Но он добрый вроде бы. Что он делает? Он просто сидит. И ничего не делает, интересно. Давай прокачаем. Прокачаем мы сейчас с тобой пушку. Пушка стоит 760. Нет, пока пушку не будем прокачивать. Подождем. Немножечко сейчас поиграем. И когда мы можем будем прокачивать пушку, мы ее купим. Да. Мы купим пушечку. Оп, давай наверх. Хорошо. Что у нас с тем зомбарем, да, большим было? Сейчас мы туда доедем. Ах ты, ё-моё, закончился ускоритель. Вот такое, знаешь, чувство, когда ускоритель заканчивается, чтобы, может быть, купить ускорителя вместо пушки. Ну и хочется пушку посмотреть, как она будет выглядеть. Какая будет она огромная пушка эта. Ну и ускоритель тоже нужен. Вот много что нужно, понимаешь? Много что нужно, кроме ускорителя. Сейчас посмотрим. Во! Давай вперед, и у нас пока есть бензин, который уже закончился, ё-моё. Ладно. Гараж. 400, да? Все, едем дальше. Нам нужна пушка. Мы хотим пушку, ребята, мы хотим пушку, поэтому... Хотя и ускоритель тоже нужен. Смотри, видишь, какой ускоритель у нас мощный. Опа, интересно, мы полкарты проехали на этом ускорителе, прикинь. Прикол. Ага. Может быть, ускоритель купим? Смотри, как хорошо мы проехали. А ну-ка, у нас сколько там еще есть? Проезжаем же, да, вперед еще. Вот, мы даже проедем больше, чем было до этого. Так, у нас тут ничего не сломается же, нет? Двигатель. Ох, нифига, смотри, мы падаем. Как много мы упали вниз. Вот опять этот большой зомбарь. Он нам только мешает. Да, чуть-чуть, в принципе, доехать осталось. И мы проедем. Так, не хватает у нас. Не хватает, ребята. Ну, что ж я сделаю, если я хочу вот пушку. Будем копить на пушку. О! Ускоритель какой у нас. Блин, закончился, к сожалению. Ускоритель тема. Возможно, лучше даже купить ускоритель вместо пушки. Но интересно же, как пушка выглядит. Давай, поднимайся. Давай. Во. Сколько у нас сейчас бензина? А, ну, бензинчик есть. Есть бензин, едем дальше, значит. Ой, тут встряли мы. Есть бензин, значит, едем дальше. Хорошо. Опа, и бомбочка, смотри, здесь. Давай, на бомбочку прыгай. Да ё-моё, давай. Опа, хорошо. Хорошо, все, и закончился у нас бензик.
Эх, зомбаки шли и сегодня пали. Вот у нас пушка есть. 760 тысяч. Потом она станет дешевле. Ох, нифига. Поехали, поехали, посмотрим, что это такое. Смотри. А ну. А, стреляет она что-то какие-то пульками, нет? Мелкими. Ну, я думал, она там будет вообще какие-то ракеты нафиг вылетать. А, ну, пульки какие-то. Ну, все равно отлетают зомбаки только так. Да, на большого, до большого зомбаря не хватит пулек. Ладно. Я хотел вот прям, чтобы он большого зомбаря какой-нибудь уложил. 460 стоит улучшение. А мы за одну катку получаем где-то около 125-135. Так что нужно еще ехать. Давай, 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 давай. Вот он, большой зомбарь. Давай, отдыхай, зомбик. Едем дальше. Вот здесь проезжаем. Опа! Опачки, кончился бензинчик. Вот, бывает, бывает такое, ничего страшного. Едем в гараж. А, тут мы ничего и не купим. Ладненько. Зато у нас есть пушка. А это самое главное, ребята. Пушка нам нужна, чтобы убивать этих зомбаков. Во, смотри, как они разлетаются. Да, маленькие, но мы пушку улучшим. И патронов будет много у пушки. И сможем мы убивать еще больших монстров. Огромных таких монстров. Вот. Чтобы они нам не мешали. Не стояли, так сказать. Ох ты, куда это я заехал? Смотри, там выхода нет. Фига себе. Надо срочно ускоритель купить. О, видишь, кончился ускоритель. Это говорит о том, что нам нужно побольше ускорителя купить. Вот, хорошо. Наша машинка будет с повышенным ускорителем. О, двигатель сломан. Да ну нафиг, как так? И бывает и такое, что и двигатели ломаются. Что у нас здесь? Да, да. Покупаем ускоритель. Ускорителя, да, фигище еще можно будет купить. Прям вообще очень много. Это интересно в этом плане, что... прокачаем до такой степени ускоритель, что мы тут летать будем вот так вот. Уии, смотри, видишь, летаем. Но все равно... наш автомобиль, он тяжелый. Ух ты. Патроны закончились, ускоритель закончился. Ну, зато смотри, куда я... Куда я поднялся? Прикольно же, да? Как высоко. Интересные новые места увидим. Видишь, как высоко. Ох, нифига это, я так высоко там поднялся, офигеть. Вот, а движок что-то у нас, смотри, горит черным. Это нехорошо, когда черным, да. Все, двигатель сломан. Бензинчика много. Значит, нам нужно увеличивать броню, броньку. Ладно, следующее улучшение у нас будет броня. Броня нам нужна. Потому что наш движочек. Движочек наш ломается. Поэтому купим броньку. О, давай, давай, наверх. А, давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой. О. Так, отлично. Давай. Ох, ты видишь, он сразу стреляет. И летит как быстро, высоко. Давай, 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 давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Мне кажется, у него это скоро отлетит. Как его? Блин, зомбаки, идите нафиг. О. Так, начал у нас уже этот движок что-то белым дымиться. Ладно. Сейчас посмотрим. Аккуратненько будем ехать. Чтобы у нас ничего не сломалось. Во! Во-во-во! Бензин закончился. Ну, елки-палки, то двигатель взрывается, то бензин заканчивается. Что у нас здесь есть на улучшение? Давай купим броньку. Броня. Да, первая из трех броней. Ох, вау, смотри. Офигеть, смотри, крутится этот, крутилочка. Сейчас проверим их на зомбаков. Крутилку эту. Ну, кстати, зомбаки, они не дойдут до нас. Потому что у нас этот... пушка у нас всех расстреляет. Ну смотри, вот это получается бензопила, да, стоит, которая крутится. Она и коробки, смотри, рушит. Да. Коробки она разрушает неплохо так. Да, смотри, офигеть. А где сейчас тут большой зомбарь? Сейчас мы его расколотим. Подожди, где-то здесь он будет стоять. Сейчас посмотрим. Ох ты, нифига, я врезался, блин, жалко. Жалко на то, что
Ух ты, давай, давай, давай. О, смотри, видишь, его как месит. Офигеть. Опа, нормально. Вот что значит прокачали мы, да? Машину нашу. Бензин закончился. Ну, у меня есть еще этот там как его. Немножко. Ускоритель. Ой, все, ускоритель закончился, офигеть. Все, мы здесь остановились. Ехать-то еще много. Ладно, проехать. Давай, знаешь, еще прокачаем. Давай прокачаем еще. А давай бензобак прокачаем, да и все. Че, о чем говорить? О чем говорить-то? И попробуем проехать. Не знаю, хватит нам бензинчика или нет. Или мы машинку сломаем. Сейчас посмотрим, сможем ли мы доехать до бензо. До заправки. До заправки. Так, поднимаемся наверх. И здесь что у нас? Опа! Так, едем, едем, едем сверху. Так, патрончики у нас и закончились. Ничего страшного. Здесь мы проедем. Ах ты, гад. Придется так ускорителя включить немножечко. И здесь тоже. Что там, жалко ускоритель, ребята. Ох, нифига, оторвало. Смотри, ты видел, как бошку ему оторвало. Он даже этой пушкой оторвал. Офигеть. Давай, 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 ускоряемся. Так, все, ускоритель закончился. Елки-палки. Ну все, у нас зато. А сколько у нас этого? Господи, давай, видите, нормально. Этот, бензинчика, сколько у нас? Блин, заканчивается бензин. А, все, закончился, все. А нам-то еще и подниматься здесь в горку-то много нужно. Ну что ж, закончился бензин и закончилась наша серия на сегодня, дорогие друзья. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.